Друзья, наш канал всегда освещает интересные факты о фильмах. К сожалению, в статистике наших зрителей стало больше людей, которые смотрят нас без подписки. Мы будем очень рады, если вы оцените нашу работу и нажмете кнопку подписаться. Спасибо за внимание. Нихуя не понял. Ну, очень интересно. На фильме «The Ectortis» 1973 года стал первым фильмом ужасов, получившим премию «Оскар» всего в 10 номинациях, включая «Лучший сценарий» и «Лучший звук». За 12 миллионов долларов фильм собрал в мировом прокате 329 миллионов долларов, что является невероятным достижением для хоррор-жанра. Какой фильм вы считаете самым страшным из тех, что вы когда-либо видели? Оставьте его в комментариях. Подробнее подпишитесь на Питер Куилл, чтобы узнать больше фактов о фильмах.